Всем привет, ребята, с вами Боди, и кто сегодня со мной? Я, и чтоб ты знал, я самый хуёвый человек на этом канале. Поэтому не удивляйтесь. Да. И сегодня мы будем играть в игру вдуть или пнуть. Пнуть или вдуть? Вдуть или пнуть, да. Ну типа вдуть, Юрий вдуть, или пнуть, Юрий пнуть. Вдуть или впнуть. А короче, что? Либо он трахнет, либо он его выгонит из дома. Ну, да, вы шарите, ну да? Вы понимаете, о чем мы имеем в виду, да. И, короче, недавно я захожу, значит, на YouTube и вижу одного охрененного чувака, и угадай, кто это. Ну, точно не Сонг Ван Сап. Да, конечно же, это Сонг Ван Сап. Знаешь почему? Почему? Потому что у него офигенные реакции на наши русские клипы. Ничего при себе. Этом, я забыл тебе напомнить, у него ангельский голос. Я тебе... Господи! И самое главное... У него... Я могу увидеть его без очков? Да! Я тоже офигел! Охренеть! Я его вижу! И самое главное... Блин... И самое главное, он довольно часто делает офигенные клипы, где просто, ну вот, акапельно поет. И он может делать видео... Он может делать то, что не умеешь ты делать! Он может делать видео из разных звуков. То есть вот это... И в этом получается... Поняли. Ссылочка будет на его канал в описании. Вот его первое видео. Вот я. Ашли, кучи. Очень зал сингит, да. О. Чему 18살인 거 아닐까? 18살이요? 나랑 10살 차이네. Поэтому посмотрите, не пожалейте, я вам отвечаю. Ссылка на Инстаграм и его YouTube-канал будет в описании. Короче, давайте начнем первый этап. Мы будем, если что, смотреть всяких разных блогеров. Тех, к примеру, Марьяна Ро, Соболев. Не пали сразу, что ты начинаешь. Бодя. Бодя, да. Трахнул бы ты Бодя. И да нет. Нет, я тебя не трахну. Вдуть или пнуть? Кейт... Так. Кейт Клэп и Марьяна Ро. Да, кому бы ты вдул, кого бы пнул? Нет, я бы, кстати, Марьяна. Ты бы вдул бы Марьяне, да, но Катю бы пнул бы. Да, она красивая, а пнул бы я Катя. Ну знаешь, вот Катя как бы богатая. Вот не, я... а давай мы судим, кого бы, кому бы ты вдул на раз. Типа не навсегда же ты будешь с ней. Блин, ну на постоянной основе ебать бабу. Ой, Катю Клэп было бы занятно, если честно. Ну ладно, если бы честно, да, наверное, Марьяну бы я выебал. Да, она... Я бы ее трахнул каждый день. Честно, хотелось бы. Она такая подруга записывает, ты помоги мне. Я устал! Он ебет меня каждый ебаный день. Джарахов и Ивангай. Нет, я бы выебал Ивангая. А вот знаешь... А, он сейчас, кстати, получше стал, чем раньше. Да, я бы тоже за Ивангая. Ты Ивангая бы пнул. Ну, а Джарахова я бы пнул просто, карлик-то. Ты бы прям с ноги бы его ебал. Я как Соболев. Сергей Дружко и Николай Соболев. Ой. Николай Соболев по-любому. Ну и мне кажется, что... Да ты гонишь, ты бы лысого... Просто Соболев, честно, в постели бы, наверное, дрочил бы сам себе. А, да, кстати. Дружко, я думаю, наверное... Не, ну Дружко бы там... Поактивнее был. Не, он бы, знаешь, как типа... Ты ему предлагаешь, он такой... Я подумаю. Не-не-не, типа ты кончаешь его, а тебе... Че так много? Необъяснимо, ну факт. Бля, я не знаю, чем бы еще покупать. Мари Сен и Свасти Джи. Да, Мари Сен, ты знаешь, помнишь, да? Не, ну, кстати, у нее фигура получше будет даже. Видно, понятно. Она и худее будет, кстати, Мари Сен, если уж отталкиваться от фигуры. Давайте так. Я голосую за Свасти, он за Мари Сен. За Пиши в комментариях, напишите что в комментариях, пацаны, девочки. За что вы, кого бы вы выебали? Девочки, пишите, кого бы ты хотела жахнуть. Чпокнули. Юрий Вдудь и Обломов. Не, ну, знаешь, если с Обломом быть, то он слишком... Ну, ты, короче, будешь всегда приедет, он тебе всегда готовить будет. А Юрий Вдудь, он всегда будет спрашивать, сколько ты зарабатываешь. Где тут? Сколько у тебя сантиметров? Да, то я не захочу. Облом тебе еще накормит. Я Обломова выберу. А Юрий Вдудя, извини, я тебя пну. Лиска и Милена Чижова. Не, Чижова. Милена Чижова, да, Милена Чижова лучше. Саша Кэт и Катя Адушкина.
Катя Адушкина. Адушкина, да. Да. Все-таки ее лимонад мне нравится больше. Оба сразу хором. Да, потому что она объективно лучше. Она моложе. Она такая, она наравне с Адушкиной почти. Но Адушкина была бы получше. Кстати. Нет, но Адушкина популярнее. Выбрать ее все-таки. Нет, это кстати, как бы кстати, но с учетом этого у Адушкины сейчас парень, поэтому я бы выбрал Сашу к эту нет парня сейчас. Вот именно! Она бы еще и парню изменила. Можно было бы еще и гордиться, что она. Ой, да ты че. А, кстати, а это был бы хайп. Да, это нет, но при этом у Саши Кэт появился бы парень, это тоже бы был хайп. Вот давай к мету. Ну подожди, ну у Адушкиной уже больше хайпа, чем у Саши Кэт. Нет, ну подожди. Выгоднее ебать Кэт. Нет, мы с ними как с вещами. Выгоднее ебать Адушкину. А прикинь, сейчас Адушкина или Кэт будут смотреть это видео и такие типа, ебать вы охуевшие, суки, я бы ни тому, ни другому не дала. Таня Волкова, Анастасия, и Таня Волкова. Таня Волкова. Покажи Волкову. Не, Волкова прикольная. Дисней Вангая. Вроде помню, да, видел. Можно даже на сисечке. Ой, блин, она красивая. Ну такая, если. Блин, она соска. Да. Она очень красивая. Я бы Таню Волкову, кстати, вдул. Вдул ей бы. Я тоже, потому что Анастасия страшная. Да. Чё? Да серьезно. Ну вот этой вот. Не-не, вот это и вдул бы, Анастасия страшная. Ты чё, Анастасия, с которой с Брайн Мапсом снимала видос недавно. Так, подожди, это а ну-ка. Любимый. Она, кстати, рассталась с этим, ты знаешь, да? Она с парнем рассталась. Может, Анастасия. Я путаю Анастасию? Да ты чё, ну блин, посмотри по сравнению с Волковой. Ты прикалываешься? Ставь именно этот момент. Я не в пизду. Ну нахуй. Ну ты это видел? Ты видел? Не, сейчас... Вы если что не подумайте, мы если что прикалываемся. Конечно, нам все девочки понравились же, да? В общем, ребята, извините, да. Извините, играй на камеру. Конечно, понравились. Страшный, блядь. Ты объясни зрителям, что все это шутки. Это, если что, шутка, правда. То есть вы должны понимать то, что это все образ, и на самом деле нам все девушки как бы нравятся. Просто понимаете, на самом деле мы пидоры, и как бы нам не могут объективно... Ну, типа, мы поймите сами, да, так что все нормально. Да, вот если бы были бы парни, это другой раз. Да, тут вот без разницы. Вот скажи нам кого-нибудь лезь. Там Игорь Синяк или кто? Ну я бы Игорь Синяка выбрал. Брайан Мапс. Ага. И, допустим, Ларин. Ларин. Или Брайан Мапс. Брайан Мапс. Я на его реакции делаю. Бля, все-таки я не педик, извини. Ты один. Hello, darkness. Я не гей. Серьез. Вы не слушаете его, это шутка, реально. Я серьезно говорю. Ссылка, если что, на Инстаграм нашего Данилы, и мой инстаграм будет в описании. На Ван Саба, кстати, не забывайте, тоже будет в описании на него ссылочка. Поэтому не забывайте на него и на Даню подписываться. И самое главное, подписывайтесь на мой тоже инстаграм. Я надеюсь, что вы подпишетесь. И самое главное, напишите в комментариях, как вам этот выпуск. Потому что дальше, если вам понравилась эта рубрика, то мы продолжим с Даней снимать вдуть или пнуть, конечно же, правильно? Само собой, вот, поэтому дувать или пинать. Ну, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и самое главное, подписывайтесь на канал Дани, у него со мной тоже вышел выпуск. Так что всем огромное спасибо за просмотр, и всем до новых видео. Всем пока!